Ребята, доброе утро всем. Сегодня мы в разъездах поехали в клинику. Надо здесь сделать прививку. Вот так выглядит клиника. Такое здание. Вот, вот такой домик. Вот наша красотка, которая будет вакцинирована. Так что сегодня так в разъездах. Вот так вот внутри клиники, в холле. Диванчика два. Кондиционер работает, все условия. Ребятки, вот такая красота. Сахарная бомба. Такой с вишней. Это карамель. Вкуснятина. Смотрите, какая красота зацвела. Перемещаемся с вами на дачу. Майоры цветут. Это половинка, смотрите. Туда садила шпинат и салат. Вообще ничего не посадила. Вот так выглядит. Смотрите, бархатцы зацвели, но они желтенькие. Видите, желтенькие. И бурьян среди них. Такие маленькие, коротенькие. Знаешь, она такие покупала. Сегодня фронт работы. Надо вот этот вот кущевку или семейный, как там у кого называется. Уже будем его выбирать. Смотрите, он уже такой желтеет. Тем более дожди передают на неделю. Потом он вообще, чтобы не погнил. И вот тут два рядочка вот такие. Сейчас мы уберем. И я хочу на это место посадить здесь огурцы. Вот эти отойдут как раз, огурчики. А эти будут. Вот сейчас с вами это будем делать. А он их так их. Хорошо, видите, он небольшой такой. Сейчас будем его убирать. Вот так вот выглядят петунечки. Смотрите. И вот так в целом белая. Там горох досаживала. Фиалка плохая в этом году. А здесь такие вот пышные. Смотрите, какие другие. Как розочками. Красивые, обалденные. Тут фиалка еще не цветет даже. А вот майорчик, гляньте, зацвел. Так, ну в целом вот так. Горох уже чуть-чуть можно собрать. Сейчас вот по морковке. Вот здесь сделаю два рядка. И посадим редиску между морковкой. И эти беленькие тоже зацвели, смотрите. Такие простецкие. Ну, лучше, чем ничего, чем бурьян. Вот так все выглядит. Красота. Вот петунечка разрослась. Простенькая. Должен сухие эти обрывать. Вот эти. Белая вообще, гляньте, какой куст. Шикарная. А вот это хотела вам показать. Смотрите, эти тоже позацветали. Ребятки, смотрите, как она красиво цветет. Сколько здесь кустиков. Два кустика буквально. И смотрите, какая красота. Никогда вот я вот сколько садила, ничего не, у меня не всходило особо. Вот именно с пакетиков таких. Все надо было поливать, поливать. Я что же, не особо не поливала. Вот это если вот эти обрывать сухие. Будет лучше вроде как цвести. Знаете, какой куст. Это я сама вырастила. Вот такую красоту, ребята. Я довольна. И вот эта малюська, смотрите, она до сих пор цветет. О, с корешком вырвали. Юка сжималась пока на месте. Ну, алисиум так уже отходит. И огурчики. О, кошечка, гляньте, лежит между огурчиками. Вот так выглядят кабачки. Смотрите, целое кабачковое поле. Кусты, конечно, шикарные. Ну, вот я вам хотела то, что я вам рассказывала на видео. Помните? Вот, видите, мальчики. Вот они выглядят. Нету на них этих кабачков. А девочки сразу вот зависть. Видите, вот выглядит как. Мальчиков сразу почему-то сильно нападают муравьи. Видите? Вот они. Где-то был куст, я вам хотела. Вот даже этот сравните. Смотрите, рядом. На нем одни мальчики. Прям вообще одни мальчики. Ну вон, две девочки начали только расти. А так, ну как-то так. Вот обожаю вот такие кабачки. Желтенькие, они же сладкие. И в таком размере. Ну, может, чуть-чуть больше. Тоже надо кабачки собирать.
Вот есть, смотрите, кабачок. Вот, вот это вообще классный сорт, они аж сладкие. Так, ребятки, надо спешить, потому что сейчас будет дождь. Клубника, вы представляете, два пропала. Вот смотрите, засохла. Поливали, когда были здесь. В итоге всего два кустика остается. Жалко, конечно, капец. И вот, тоже пропало, видите? Засохло все. Ой, начинает смородина что-то так желтеть. Смотрите, болеть что ли. Как это вообще? Только этого не хватало. Ну вот так вот. Так, ребятки, идемте выбирать лук, то не успеем. Так, лук убрали. Теперь вот такие вот лунки сделала здесь, там везде, где был лук. Вот так вот, до самого края. И вот так вот туда-сюда лунку, туда-сюда. Вот таким по обычному методу, по-простому буду садить. Не будем, наверное, их подвязывать, ничего, вот так вот. И посажу сейчас огурцы, по одной семечке буду класть. Сорт буду садить вот такой вот, соседки на зависть. Так, проверим. Сегодня дата 9.07. Так, все. Так, вот так сделала такую вот бороздочку между морковкой. Там буряк посажен. И будем вот эту смесь редиски сейчас садить. Вот эту буду сейчас редиску садить, ребята. Желтая, белая, такая разноцветная. Вот видите, у них такие семена, вот они в оболочке. Пока друг друга их кладу. Так вот, уже два рядочка получилось. И, наверное, тут тоже досажу. Три рядка будет. Я вам говорила, взяла вот такую капусту пекинская. Вот это вот, видите, подороже семена, 28 гривен, 20 штук. Это 7 обычная. Ветер сегодня, извиняюсь. В общем-то, вот это вот, она, я почитала, ну, в соцветие не идет, вот так вот, в общем-то. 20 семян и решила с 10-го можно ее садить. Два рядочка лука я убрала. Вот здесь, где огурцы я посадила. Вот. Два рядочка я убрала лука. Сейчас буду делать лунки. Тоже так. На свой страх и риск, ребята. Этот лук еще пока зеленый. Этот немножко такой был. Ну, в общем-то, на еду пойдет. И я сейчас здесь посажу эту пекинскую капусту. Не знаю, первый раз сажаю ее, ребята. Что будет, посмотрим, эксперимент по полной. Здесь будут тогда огурчики, а там капуста. Почему здесь? Потому что здесь проще всего поливать самое ближе. Из-за этого здесь и сажу за огурцами. Вот так поделала луночки такие, ребятки. Вообще не знаю. По две, наверное, садят. Но попробую посадить по одной. Ну что вылезет, то вылезет, в общем-то. И вот так вот. Здесь вначале посажу вот эту хорошую, которая не идет в цвет. А туда дальше вот такие же луночки. Обычную. Вот это вот за 7 гривен, ребятки. Вот я первую нашла. И вообще толком не было. Вообще капуста любит воду. Ну, не знаю. Давайте будем садить по одной семечке. Ребятки, вот было вам показать, как лилия желтая уже зацвела. Смотрите. Ромашки до сих пор цветут. И вот такие вот красотки. И вот куст. Вот красивая. Эти уже отцветают. Сейчас розу вот эту обрежу.